Здорово, ребята! Сегодня слушаем «Роковой год». Песня будет называться «Вечером на лавочке». Песня эта «Сектора Газа». Ее исполнил Юра. Так, ну что, включаем? Натали, ты где моя радость, ёпта? Ёкал, мамик, радость ты пропала. Одно горе осталось. Вон, выползла эти, блядь. Вечером на лавочке парочка сидит, слышит звук тарелочки, вся деревня спит. Ваня, о чем ты думаешь? Ваня, о чем и ты? Ох, какие пошлые у тебя мечты. Вот нельзя мне подрыгаться, у меня все трясется, все как живое. А так и хочется пляс пустить. Да крупнее я в князе, пою седряна мать, я не женщина, как седряна мать. Духам я волю дам, вдруг получишь парадна. Ты попала, селка, черт, палит уже с рогами, рано. Попался мне чувак, как пенек сидит во флаг, и на плечи мои руки не кладет. Так, за плечи я обнял, а со страха нанял. Надо дальше пробегать свои дела. Я поцеловать, как она пороже может дать. Но сама еще с мужчиной не была. Что же будем так сидеть и на звездочки смотреть? Так на щечку меня чмокнул и его. На движение вообще знакомый очень. Давайте вы тоже. Ах, ее поцеловал, правда тупочек кидал. Так еще чего с ней сделать, вот вопрос. Как бы мне ее раздеть, а потом уж их переть. Как ведь можно ж получить за это в нос? Ничего себе, не дурак, не осмелится никак. Что же лучше, как спине не расстегнет. Чистая любовь, на тебя снова, мы так поем. То, о чем думаем, ночью мы вдвоем. А. Ясно. Не надо. Блин. Забыл выключить. Я извиняюсь. Дико извиняюсь. Ребят. Ну, песню я слышала не впервые. Ее исполнял Юра из «Сектора Газа». Ну, и этот парень, не знаю, как его звать.
Не отстал от него. Замечательно. Знаете, мне вот кажется, чуть бы повесели, ну, побыстрей. И бы вот. Оно и так хорошо. И так прекрасно. Замечательно. Отлично. Молодец. Все движения, все вот... Ну, все-все, тютелька в тютельку, это было от Юрия. Ну, прелесть, прелесть, парень, прелесть. На роковой год я делала реакцию, знаете что, уже песню он пел, этот вот парнишка пел песню про то, что его нету. Я обалдела тогда, как нету. Ну, я знала, что Юрия-то уже нету, и вдруг он поет сам про себя, что его нету. Минуточку. Уши давит. Вот я знаю, что ребята стали популярны, они набрали популярность. Знаю и слыхала. У ребят все песни свои. Но они берут образ, именно образ сектора газа. И мне это понравилось. Молодцы. Они нисколько не портят. Они поддерживают этот образ сектора газа. Это вот знаете, что напоминает? Как Король и Шут и спектакль Джо. Вот там тоже так же. А кстати... Знаете, что сейчас мы сделаем? Мы сейчас сразу вот в этом ролике послушаем Короля и Шута. Вы согласны? А что вы согласны? Я согласна. А как раз будет то, что вы просили меня. Так, ребят, вот, нашла. И, а песня будет называться «Ром». Ну, в исполнении Король и Шут. Включаю. Не шутка-то, тут настоящий. Царь не настоящий, это настоящий. Нужно по-любому людям выпить рому. Я бы то выпил сейчас ром. У меня такое настроение, что можно. И зоблик маленько. На дворе Новый год, пятую ночь подряд. Ром горожанин пьет, все в один голос вопят. Крик подобен грому, дайте людям рому. Я их подпеваю, я ж должна. Людям выпить рому. Что же я сделал? Я не порчу ни сколько. Шахматы и лото, нас ты не проведешь. Трактирщик ты или кто? Где? Где? У-у-у-у, скрипача, голова болит. Весь приличный люд превратился в скрот. Не унять народ, здравствуй, Новый год. Весь Новый год. Гостям, конечно, нужен ром. Нужен ром нам, давай сюда. А он прибудет завтра днем. Ты чё? На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир. Чё за тебя разнесу? Давай рому, зараза. Ай, ай! Крик подобен грому. Дайте людям рому. Нужно по-любому людям выпить рому. Трактир зашёл опад. Ну да и шут бы с ним. Если б не странный факт, то что и шут был с ним. Я глядел в людей, и шут валили всем. Из шутовских статей и богословских тем. Где? Где пианист? Под роялем спит. У-у-у-у, скрипача инструмент разбит. Весь приличный люд превратился в сброд. Не унять народ. Суки выпили ром-то. Не люди. Ну, чё ж поделаешь? Зараза.
суки выпили ром. Как так? А они кто тогда такие? Не они? Ну вот эту песню, я, между прочим, ее впервые слышу, вот эту песню. Про ром я не у Киша, ой, то есть, у, ну да, ни разу не слышала. Всех там слышала, но только не эту. Но песня, ну, ребят, ну что ж, про Новый год, ну а он скоро будет, что уже, сентябрь вот завтра будет, и остается 3 месяца, и пипец, и Новый год. Ну, мы заранее поем эту песню. Ну, песня прелесть, это замечательные слова, а уж музыка-то какая. А уж Мишутка, это вообще отдельный номер. Ну и князь тоже замечательный. Накрасил с красной краской, хотя она ему и не идет, но все равно красиво. Красоту не испортишь ничем, понятно? Так что вот так вот. А что еще вам сказать? Ну, вы сами видели, по моему, как я тут сама себя вела, красиво, и подпевала ребятам. Я ее не знаю, но она сама, вот само как-то вот услышала куплет, и уже я его запомнила, я им уже подпеваю этими словами, не порчу. Я надеюсь, что не порчу. Вот вы знаете что, такой вот мотив легкий, вот душевный, вот он мне вот лег на сердце. Он сам проигрывается, этот мотив. Да и слова такие же простые, народные слова. Мы же тоже так говорим. Ну что же, выпили, суки, весь ром. Ну так Новый год, поэтому выпили. Но тут Миша сам был, никто его не заменял. Но и его заменитель — это одно и то же. Это вот даже не то, что двойники, а вообще это один в один. Вот как будто наложили друг на друга двоих людей. И они одно лицо стало. Прелесть, прелесть. Ну, надо так подобрать. Ой, ребят, я сниму, ладно, прям, ну, силушки моей женской нету. Вот знаете, что еще, ребят, мне непонятно? Где они снимали? Ну, чувствуется, что не в России. А может, в России просто это декорации, возможно. Ну, такую декорацию сделать, я извиняюсь, дико, чтобы так подогнать декорацию, это надо сколько затратить всего, ну, не знаю. Ну, если кто-то знает, где они снимали этот ролик, то вы мне... Тю-тю-тю-тю-тю. Ну, что я по песне могу сказать? Была их банда. Шли по улице. Была их банда. И к ним присоединялся народ, празднующий Новый год. И поэтому получилось... Еще бандитней получилось. У них-то банда своя. Да еще соседи тут все из всех домов к ним присоединились. Это уже знаешь, какая банда-то. Всем бандам банда. Железней железного получается. Вот они в песне-то пели, что весь людской народ превратился в сброд. Ну, в общем, этот сброд завалился в этот трактир. И не зря же этот мужчина-то, дедушка-то сказал, что ну, сейчас держись, вот эту, все развалят. Ну, не все. Ну, а я развалин, между прочим, не видала, так что не надо деду так говорить, что сейчас все развалят. Трактир его остался целым. А ром был весь выпит. Была веселая компания. Гуляли, веселились. На следующее утро, возможно, и прослезились. Не знаю, кому как зашло. Что, ребят, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Давайте выкинем меня за 100 тысяч. Выкинем по-быстрому. А то там ждать. Я и так 3 года из этих 55 ждала. Меня выкинуть надо. Не меня нахрен выкинуть, да. Подписчиков на 100 тысяч надо мне выкинуть. Мне. Закиньте мне. Эти 100 тысяч подписчиков. Я вас очень слезно умоляю. А слез, между прочим, нет. Ну, я вас так, шутейно умоляю. Давайте подписываться. И давайте всего вам доброго. До новых встреч. Все, все. Жарко. У нас сегодня жара стоит, мать ее, эти сил нет никаких. Опа. Мой маленький трактир.